Съемки исторического художественного фильма начнутся в сентябре. Для создания киноленты режиссеры выбрали окрестности Первомайского сельского округа. Подробности раскрыли организаторы проекта. Рабочее название телесериала, состоящего из четырех серий, называется «Крепость Бадабер». Основан он на исторических событиях 1985 года, афганско-пакистанская история, когда наших военнослужащих солдат забирали в плен, и фактически крепость была основана для наших солдат, смертники. В Юровке в карьере уже ведется строительство крепости. Декорации будут очень реалистичными, обещают гости Анапы. Анапчанам предлагают стать непосредственными участниками кинодейства. Мы приглашаем и взрослых, и детей. У нас очень своеобразная сцена. Нам нужны большое количество молодых солдат, то есть это от 18 до 25. У нас большие пожелания к ребятам, чтобы они загорали, чтобы они были все загорелые, немножко обросшие щетинкой. Естественно, у нас пожелания от гримеров никаких тату, то есть чтобы они были без татушек, потому что в то время этого не было, тем более у молодых солдат, то есть им было не до этого. А нам нужны ребята кавказской национальности на роль маджахедов. Очень-очень там большое количество, там около 100 человек. С заместителями главы Анапы организаторы проекта обсудили вопросы сопровождения съемочного процесса, работу медиков, спасателей, ГИБДД и других ведомств.